В России грядет масштабная реформа подготовки водителей. Соответствующий документ, по информации «Коммерсанта», подписан Дмитрием Медведевым. Ряд новшеств начнет действовать с января 2020 года, сразу после официальной публикации постановления. В первую очередь будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. Еще одно нововведение. Получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет с 20 лет, хотя сейчас можно обучаться с 16. ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Водительское удостоверение после лишения не вернут, если гражданин имеет задолженность по штрафам. С 1 октября 2020 года вступят более глобальные изменения. Традиционные форматы площадки и города останутся в прошлом. В рамках нового теста экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения. Сделать это разрешат на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Если кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы. Сегодня ученики могут заранее обкатать учебный маршрут, а с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, по которым, возможно, пройдет экзамен. А вот для получающих мото-категории правила не изменятся. Кстати, результаты экзамена отныне можно будет аннулировать по жалобе на отрицательную оценку. Однако и ГИБДД сможет отменить положительный итог в случае, если кандидат предоставил поддельные документы. Постановление носит рамочный характер, а подробности будут прописаны в регламенте приема экзаменов и в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет 10 месяцев.